наблюдаем дыхание. Сначала мы его контролируем, то есть дыхание должно быть глубоким, размеренным. То есть дыхание должно быть глубоким, размеренным. Сейчас да, будет новый опыт. Страх может возникать, это нормально. Так, готово. Надо вставать, да? О, Боже. Да, вначале помогу. Сейчас расслабляем все. Все хорошо. С ногами ничего не случилось. Дыши. Просто дыши. Постоянно расслабляй тело с каждым днём. Дыши. Наблюдай дыхание. С улыбкой расслабляется тело. Взяли по привычке, это нормально. Оно как возвращает. Как получше. Как получше. Что, Сашка? Две Сашки у нас? Bien? О, con sonrisa. Sí, yo entiendo que con el tiempo va a ir a mejor y a mejor. Sí, мы sí, забыли зачесть время. So after we can do it with heavy. Ой, подождите. Супер.